Доброго времени суток. Сегодня у нас будет обзор Xiaomi Bluetooth. Такой у нас селфи-палочка. Приходит в такой коробочке. Описание на китайском языке. Посмотрим поближе немножко. Такой в коробочке. Запечатано в пакете такой. Выглядит без распечатки, серенького цвета у нас. Имеется разъем для зарядки USB. Посмотрим поближе. Диаметр нашей селфи-палки у нас составляет 22 сантиметра. И во вложенном складном состоянии у нас 18,5 сантиметра. Раздвигается и в разложенном состоянии, но у нас имеет длину 74 сантиметра, состоит из 1 2 3 4, из 7 колен, регулируется вот таким вот винтиком. Так она выглядит в сложном состоянии. Ставим телефон и зажимаем винтик. При зажатом винтике довольно хорошо сидит. Bluetooth поддерживается у нас от Android 5.6.7 версии и Android от 4 и выше. Вот так у нас выглядит с телефона. То есть сидит довольно плотно, не болтается. Bluetooth тоже хорошо все ловит. Вот такой вот мини-обзорчик. Всем спасибо, подписываемся.